Здравствуйте, уважаемые форумчане и Серклупру. С вами снова сегодня Стивен. Хотел бы вам представить сравнение качества экранов AMOLED. И это у нас Acer Stream справа. И слева аппарат S200. У нас загружен одинаковый ролик. Стандартная вишка. В первом случае мы воспроизводим, это у нас TCP-MP плеер измененный и адаптированный Юрий Зетром, отделан с нашего сайта. Справа у нас стандартный дюплеер Android, который поддерживает воспроизведение. Поэтому вот хотел бы вам сегодня показать просто сравнение этих двух экранов. Я извиняюсь за качество видео, к сожалению, недоступна моя видеокамера. И сегодня я снимаю просто фотоаппаратом средненьким. Поэтому вот как насчет качества, я не знаю. Но я думаю, общее представление у вас будет. Внимание на экран. Внимание, это у нас Acer Stream. Вторник, 6:30 утра. Вторник, 6:30. Это у нас S200. Агент ФБР, антитеррористический отдел. Обращаю ваше внимание на S200. Цвета более блеклые. На AMOLED Acer Stream они более насыщенные. Разрешение у нас одинаковое. 800x480 WVGA. На обоих аппаратах видео идет без конвертации. Если интересно, я могу выложить этот ролик. Также для прямого допуска вы можете сравнить его и у себя на ваших аппаратах. Отмечу, что качество обоих экранов вполне достойное. Конвертировать видео не нужно. Пек 4 идет без проблем. Я постараюсь в ближайшее время заснять видеокамерой ролик, сделать. Просмотр без проблем на одном и втором аппарате. Очень комфортно. Конечно, желательно при просмотре видео пользоваться наушниками, поскольку оба внешних динамика достаточно тихие. На сегодня это все. С вами был Стивен, Acer Club.ru. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе.